В эфире Ток-мама Аня и Чихуахуа Софи. И Эйвон. Так, что-то у нас. Надо настроить камеру. Так, настройки цвета, цветом, натуральность изображения. Чик-чик, все готово. Мам, иди сниматься. Привет, дорогие друзья! С вами Привет. Снова Аня и Чихуахуа Софи. И сегодня мы продолжаем серию роликов на тему «Лишний вес у собак». В первом видео при помощи легкого теста, который мы придумали с Софи, мы с вами научились определять, есть ли у вашей собаки лишний вес. А сегодня мы с Софи поговорим о том, в чем же опасность лишнего веса у собак. Запомните, неважно, собака слишком толстая или всего лишь пухленькая. Если у собаки есть лишний вес, то это уже влияет на здоровье. Сам по себе лишний вес опасен тем, что даже легкая степень тучности приводит к еще большему ожирению. Если коротко, то избыточный вес для собаки – это сокращение продолжительности жизни. Хотите ли вы, чтобы ваша собака жила меньше, чем могла бы? Никто не хочет. Избыточный вес – это всегда лишняя нагрузка на весь организм собаки. Ожирение никогда не бывает только внешним. Толстые бока собаки говорят о том, что и внутренние органы страдают от излишнего жира и не справляются со своими функциями. Мы обратились к профессионалу, ветеринару Сергею Савченко, за комментарием на тему опасности лишнего веса у собак. Привет, София, привет, зрители. Привет, Сергей. Ну так чем же все-таки опасен этот злосчастный лишний вес? Доказано, что собаки с лишним весом болеют чаще. Практически любой орган страдает от избытка этого лишнего веса, но больше всех страдает сердечно-сосудистая система, так как ей приходится работать в нагрузке, чрезмерной нагрузке. Страдают суставы, особенно у крупных собак. И если есть у них предрасположенность к болезням суставов, то болезнь эта при добавлении лишнего веса протекает острее и хуже поддается лечению. Лишний вес влияет на иммунную систему, она работает не так эффективно. Также, если у собаки возникает опухоль, она развивается быстрее и наносит больше проблем животному. Животное с лишним весом хуже оплодотворяется, тяжелее переносит беременность и роды. Также часто страдает печень. Как ни странно звучит, но собаку с лишним весом нельзя долго держать на голодной диете. Иначе у нее происходит изменение в клетках печени, что может потом привести к негативным последствиям. Как видите, ожирение не приносит здоровья нашим животным. И нужно принять меры, чтобы нормализовать вес вашей собачки. До новых встреч! Кстати, у Сергея тоже есть канал «Дети фауны» и свой сайт, где очень много полезной информации о животных. Так что смотрите и подписывайтесь. Ссылки мы оставим в описании к этому видео. Ну что ж, подведем итог, чем же опасен лишний вес для собаки. Собаке сложно передвигаться, проблемы с дыханием, отдышка. Собаки с избыточным весом чаще остальных становятся жертвами теплового удара. Развитие артрита в раннем возрасте. Избыточный вес дает большую нагрузку на суставы и кости. Ожирение в раннем возрасте влияет также на развитие костей опорно-двигательной системы. Дисплазия тазобедренных суставов. Проблемы с позвоночником. При ожирении собака несет на себе больше веса, чем должно быть. Это может привести к смещению дисков позвоночника, особенно у собак с длинным туловищем, такс и бассет-хаундов. Деформация и разрывы суставных связок. Развитие гипертонии. Повышение артериального давления увеличивает нагрузку на органы и ткани, что может привести и к другим заболеваниям. Заболевания сердца. Нарушение функций печени и почек, риск развития сахарного диабета, слабый иммунитет, гормональные сбои, кожные болезни, даже слепота и многое другое. А вообще, невозможно угадать, к чему приведет лишний вес. Это может быть что угодно. Когда пес уже не просто полновато напоминает тумбочку на лапках, то лечение становится очень и очень долгим и нервным занятием. Поэтому не доводите до крайностей. Заметили, что собака поправилась, сразу принимайте меры. Сегодня мы узнали страшные последствия лишнего веса и ожирения у собаки. Софи, но ведь многие хозяева, они даже не знают причину, почему их собака поправляется. А мы про них расскажем. И вот это мы узнаем в следующем видео из нашей серии про лишний вес собак. Почему же ваша собака поправляется и какие основные глобальные ошибки делает любящий хозяин собаки. Это мы узнаем в следующем видео. С вами были Чихуахуа Софи и Аня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. И будет вам счастье. Пока-пока! Значит, мне не грозит все это, в отличие от тебя, я же не толстый. Ну ты, конечно, не такая толстая, как эти собаки. Знаешь что, Эйвен? Ладно, прости, я же твой брат, я не должен был так говорить. Я имел в виду, что ты пухленький. Сам ты пухленький, я на тебя обиделась. В смысле, я имел в виду, что это тебя это не портит. Ой, как все. Бы.